У Брайана вышел блог. Здорово, поехали смотреть. Коротко и по делу. Утро. Доброе утро. Кто это тут со мной лежит? А у нас вечер. Потому что хочет жрать киса, поэтому и притворяется. Тигра. А если не дам жрать, что будет тогда? Получишь вот так. Хорошая киса, хорошая. О, господи, как... Мы до сих пор не знаем. Пол? Кошка это, либо кот? До сих пор не знаем. Я думаю, что это кошка, потому что когда я рисовала, я не увидела на фотках венчика. У нас питпейн, кстати, вышел, в конечке будет. Если вы пропустили, то обязательно посмотрите. И напишите нам, кто это, кот либо кошка. Цензура в Симсах. Это я вчера так почистил зубы. О, жиза. Чуху. Это прям для ТикТока. Господи, не могу. Мне прям ностальгия. Господи, я не могу. Выключи от того звука, хватит. Симс? Да. Настя, жрите. Новое пятно на новой майке. Произошло. Можно вытереть лицо. Линзы. Ну да, он же... Не видите, как наливаются линзы. А, у меня зрение плохое. Да. Давай. Ловко получается. Как? Прикольно? Да. Толь завтра. Интересно, кто тоже. Ага, готово. Готова еда. Последнее время я готовлю себе сам. Да ладно. Сегодня у меня такое настроение. Заказать себе пожрать. Ой, а что такое? Как? Сразу в банках приносят, что ли? Просто шло новое место попробовать. Вкусное. Овсяная каша с клубникой? Часто оказывается ошибкой делать так. Какая-то порция маленькая. Я решил попробовать суши в новом месте. Ну и вы помните, что было потом. Яндекс.Еда там взяли, были разборки. Я люблю чай со всем. Я люблю чай с мороженым, я люблю чай... Да со всем. Любой прием пищи я могу запивать чаем. Чайный маньяк. Я уже буду собираться в зал. Я как обычно опаздываю. А в зале он будет снимать? Как он... О, давай! О, еще бать! Все! Все! Вся тренировка. Бежи встречать. Привет. Давай есть. Все, Он обычно до самого конца добегает. Он, видишь? Он, видимо, устал. Пацан? Он, значит, кот. Я устал. Реально устал. А где тогда его бубенчики? Я же говорил, что у меня скучная жизнь. Поэтому у нас такая же. Этот влог, чтобы вы, ребята, поняли, что те ребята, которые просят меня снимать ежедневные влоги... О, ежедневные? Поняли, что это будет ни хрена не интересно. Блин, Брайан, дай питью. Никита, тот самый Никита, с которым мы работали над... У которого везде побрито. Мы с ним очень давно не виделись, и вот решили встретиться, пообсуждать фильмы. Так что да. А как же коронавирус? Я пригласил Никиту посмотреть фильмы. Пообсуждать фильмы. Конечно же, нужно покормить эту рыбу. Смотри, да, это лицо. Морда. Это лицо. Морда. Да. Ну, это лицо. Есть я буду корейскую еду. Вкусно. Видимо, да. Как называется? Да жизнь, а сказка. Тигра, как это называется? Хвост, ты получи. Я вот считаю, что это свинство, так вот лежать пузом. Кошачье свинство. Какой сладкий. А если я сейчас это пузо? Сейчас как получишь? Попробуй получишь. Только, попробуй, давай. Сейчас получишь. Рыжая скотина, рыжая скотина, вот такая. Сочная рыжая скотина, такая жирная, жирная кица такая. Блядь, ты охуел? Ну все, режим охоты включен. Все, хана. Мне кажется, тигра медленный вообще. Ну, я лестница. На втором этаже, что ты мне сделаешь? Лестница непреодолимая. Это он, либо она, скрытие. Я до сих пор не понимаю. Он, у него нет бубенчиков. Кастрированный он? Походу. О, демон идет. Не, он поймет, он чувствует. Классные кроксы. Он все чувствует. Тихо. Видишь? Он еще не видит, он уже знает, что он там. Да. А,
Ува! Кошачье чутье. Прикольно. Это игра. Я ее ненавижу. И нет, это не реклама. Я никогда никому не советую скачивать ее. Гребаный Бравл Старс. Да, в одном из прошлых видео многие подумали, что я просто стебаюсь над этой игрой. На самом деле я в нее не играю. 5 часов в день? 18 с половиной тысяч! Чего? Это на самом очков? Деле не прям так уж и много. Что это такое? Для человека, который играет в... Но мы с тобой не играем, поэтому не знаем. Для обычного человека это капец как много. И эта сраная игра отнимает у меня очень много времени. Всем привет, ребят, это мой новый летсплей на Бравл Старс. Так вот, я... за кого я люблю играть? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я люблю играть за Тару, за Динамайка, Биби, Гейл, Джеки. Пайпер обожаю тоже. Ой, это не Пайпер, извините. Вот Пайпер. Такая вот она принцесса. Что за раз? Что ты вообще делаешь? Что-то взрываю? Мы с вами до сих пор не знаем. Я... Такие отсталые. На который день не могу начать читать книгу. Ну как, не только из этой игры. А что ты знаешь, за картина такая? Нет, игра больше виновата. Угу. Ты заметил? Нам загоняют, короче, за Бравл Старс, а сзади смотри, какая легкая эротика. Ну, это уже от прошлого хозяина. Думаешь? Квартиры. Ну смотри, уже усики, бородка, картины, все, взрослеет мальчик, понимаешь? Да. Ой, да, кстати, эта картина, она не моя. Она здесь была, и я вот не знаю, что... Да ладно тебе оправдываться, мы все раскусили. Оставить ли, или же повесить что-то более адекватное? О, даже, это картина, это не фото, прикольно. Можете это делать. Кстати, пока жду Никиту, предлагаю вам посмотреть видео, снятое неделю назад. Это было в тот день, как только я переехал. Видео о том, как я разбираю вещи. Давай. Пытаюсь. Видео в видео. Челлендж. Мне нравится, что у него такие квартиры, вот лофт. Видишь, такие вот окна большие сверху, много очень света, классно. А. Вот так на крыше живет. Ну да, это же есть лофт, типа чердачный такой. О, это черный тигра! Я так примерно убираюсь тоже. То есть я делаю все что угодно, кроме уборки. Слушай, ну тоже можно такие логи снимать. Неинтересно. Ну, у нас просто жизнь такая же. Мне кажется, у Брайана насыщеннее. Даже новогодний. Я сказал, то рыбки и корыте. В общем, тигр. Я думаю, вы его знаете. А, да. Помню. Потому что, ну, он играл роль. Он уже пришел, видимо. И то, что он снимает. Вас его не любят, потому что он любит очень пранчить людей, особенно. Короче, что происходит? Это летающая камера, паранормальное явление. А, я, кстати, недавно наткнулся, знаешь, на что? Твит, там написано. Вот скажите, по-любому же есть у вас друг Никита, который... Везде побрита. О, смотри, у него аквариум классный, там рыб нету, прям стены монтированы огромные. А может, он не для рыб, а для там ящерицы какой-нибудь? Не знаю, ему нужно... Или для тигры? Это картер для тигры, короче. Посмотрите, как он похудел. Помните, каким он был в последней кнопке? Ну, правда, для той роли он специально толстел. Ой. Специально толстел. Этот человек мне специально... Что, что поменялось? Волосы поменялись у него. Спицы разные, там, и специально не откармливал, как, не знаю, как поросенка. Да, мы перед тем, как писать сценарий, вдохновлялись различными фильмами, просто устраивали сеансы кинопросмотров и, угу. Ну да, заказывали много еды, но как без этого? Что, серьезно? Можно его попробовать? Можно. Супер кно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это не потрогать, это взять. Все. Блин, было бы очень смешно, если ты разбил кнопку. Какой последний фильм ты смотрел? Какой последний фильм я смотрел? Да. Я пересматривал «Дрянных девчонок». Смотрел? Нет. Нет? Нет. Ты смотрел? Нет. Так, ладно. До них я смотрел. «Тоня против всех» смотрел. Смотрел? «Тоня против всех»? Да. Я слышала про фильм, но не смотрела. У тебя вторая флешка есть? Блин, у тебя прическа похожа на Гитлера. Слышь ты, Мымра, ты думаешь, я ничего не понимаю? Зачем ты здесь? Нет.
О! Слышь ты, Мымра, ты думаешь, я не понимаю, уграй. Зачем ты здесь? Терпи! А вот так не смотрел, как котенок. Слышь ты, Мымра, ты думаешь, я ничего не понимаю? Зачем ты здесь? Нет. За шкафом. Думаешь, я поверю, что этот четырехглазый чмошник тебе интересен? Да я тебя насквозь вижу. Почти. Это моего пирожочка? Он же такой милый, как котеночек. Думаешь, твоему кошаку понравятся твои совместные фото? Какие? С твоего телефона. Не это потеряла. Что это, кондиционер пульт? Забавно. А я думала, ты совсем тупая, как пробка. Ты что, всерьез считаешь, что твой, как его там, Джокер? Почти. Все. Решил выйти с Никитой и прогуляться. Давненько я этого не делал. Спасибо. Мы, кстати, сейчас проходим... Маска где? Колледжа, в котором я учился. В котором мы учились. Ну, Никита учился напротив в институте. Я с ним не учился, слава богу. Но довольно-таки приятные чувства ностальгии. А еще тут Макдак недалеко, в котором я ел каждый день. Просто как только я переехал в Питер, как раз поступил в колледж, я каждый день ел в Макдональдсе. А ты где ел, когда учился? Я в Макдональдсе. Вот почему? Да ладно, шутка, конечно. Это колледж, где я учился. Кому интересно, похоже на жилой дом. Поступайте туда. Только что я просто стоял здесь и уронил камеру с вот с такой высоты на пол. Да плитку. Он низу сломал. Мое сердечко разбилось. Капец, а камера вроде такая хорошая. Нет, он объектив вроде разбил. А камера вроде нормальная. У него съемный объектив. Конечно, мог тоже там повредить матрицу внутри. Ну это жесть, надеюсь, что хотя бы объектив только один сломался, потому что дичь, да. У него, ну он не на Sony 3 ходил снимал, у него какая-то другая есть, компактная. А компактная, новая, видимо, тоже выходила. Да, я видел, но они тоже стоят. Она стоит тоже до хрена. До хрена, дорогая. 1500 долларов. Долларов. Ужасно, просто жесть. Блин, мне очень понравилась в конце ставка. Прекрасно. Как они играли. Актерская игра. Прям белиссимо получилось. То есть они обещали, что будут смотреть фильмы, а по факту они вообще фильмы не смотрели с Никитой. Они обсуждали фильмы. А, это было... Вспомнить два фильма, это было... обсуждать. Как-то быстро они обсудили все. А на самом деле, знаешь, я понимаю Брайана, когда он говорит то, что, типа, меня просят влоги снимать каждый день, влоги, я не знаю, что снимать. А на самом деле, ну да, как бы, что снимать? Я прям, ну, кто может снимать влог каждый день? Не знаю, только каждый день... Ивлеева! Там Джарахов, у которых что-то в жизни происходит каждый день. А мы такие, как Брайан, у нас тоже ничего не происходит, короче. У нас еще даже меньше происходит, чем у Брайана. Да, я представляю, если там, допустим, ты где-то путешествуешь, и там у тебя каждую неделю там или каждый день там в новом городе каком-то там что-то ходишь, там что-то у тебя с тобой происходит, какой-то там движ, или там каждый, или там у тебя челлендж там в течение года ты там без денег, типа, должен по всему миру там погулять, с тобой всякая фигня происходит. Это как бы, ну, понятно. А когда ты просто проснулся, поел, там что-нибудь, я не знаю, поиграл, поспал. И вот так вот у тебя днями просто. Дом 2. Можно Дом 2 включить, не смотреть влоги. Нет, Дом 2 там типа выяснение отношений. Ну то же самое, поел, посрал, и все. Не, ну там еще нужно повыяснять отношения. И поорал у кого что. Ну вот мы не орем, мы с тобой няшки. В общем, если вам понравилось видео, обязательно, ну, поставь там лайк, может, ну, подержи, дружище. Без тебя мы никак. Все, пока. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.